Всем привет! Сегодня на канале Ёжик и Белка мы продолжим развивать новую тему нашего вот развлечения, так сказать, хобби. Это аэрография. Сегодня мы подготовим аэрограф к его работе. В прошлом видео я его не подготовил по незнанке. Я, так как и вы, в первый раз вообще взял его в руки. Поэтому учиться буду в ходе испытаний, так сказать. Сегодня мы его подготовим. Нам нужно аэрограф смазать. Для этого нужна кисточка, литол. И будем его сегодня готовить. Значит, первым делом разбираем. В комплекте есть специальный ключик, он предназначен для откручивания сопла. Вот эти вот все мелкие детальки, с ними нужно быть предельно осторожными, они не любят падений, не любят практически ничего, только стоять на своем месте. Итак, разобрали мы аэрограф, проверяем, чтобы на всех деталях, где у нас есть трение, чтобы не было заусенец, либо каких-то грязных, присохших мест, может краска, там, ну все что угодно может быть. Все должно быть идеально чистым, идеально гладким. И начинаем сборку в обратной последовательности, смазывая при этом литолом все трущиеся детали. Можете не бояться смазывать все эти детали. Они никак не пересекаются с краской или воздухом. Все вот наши смеси находятся в этой части аэрографа, а в этой все механические. Поэтому смело смазывайте. Кнопочка. Так, теперь игла. Игла у нас должна быть идеально отполированной. На ощупь она просто должна скользить. Никаких зацепов, никаких неровностей. Ничего не должно быть. Поэтому мы берем полировочную пасту и полируем иглу. Теперь вставляем иглу в аэрограф. Поначалу она должна идти свободно и легко, и в какой-то момент она должна как будто бы упереться, вот этот момент. То есть туго, это она в уплотнитель уже входит. И проталкиваем чуть-чуть сильнее, ну, должно туговато ходить, это правильная его работа. И все, игла вставлена. Так, где? Фиг
Фиксируем. Проверяем работу. Так, и крышечка. Все, аэрограф готов к использованию.